Әзбекелді бейг ұлы жынатын шықпай қойшыман ұлының ортасына бетті шыланат. Екінші раунд. Бірінші раундта Әзбек Келдібекұлы өзін жақсы көрсетіп, өзгөчө бутунун соққулары менен эсибизде калган болчу. Баракелди кайрадан Әзбек Келдібекұлы өзүнүн фавориттик жүрүшүн уланып жатат. Бали. Жакшы. Тынчтыкбек Койчуманоолун өзүнө такыр жакындатпай жаткандыгын да көрдүбүз. Эң сонун. Караңыздар, чыгандай гана кубаттуу соккулар орун алып жатат. Жакшы. Эң сонун Әзбек Келдібекұлы мына тике туруп алып алдында гана спортчулар күрөш алып барып жатышат. Партер абалы азырынча катталып элек бул беттеште. Демек эки спортчу тең туруп мушташканды көбүн эсе жакшы көрүшөт. Баракелди оң кол менен, сол бут менен, кайра оң кол менен Әзбек Келдібекұлы. Жакшы, атаандашын азыр абдан эле ыңгай сабалга ыктап жатат. Эң сонун караңыздар, чыгындай гана укмуштуудай соккун узатты азыр. Тынчтыкбек Койчуманоолун дагы бир айланып тепкен соккусуна күбө болдук. Кубатсыз болду, алсыз болду чындыгында сокку. Эң сонун бутун кармап туруп азыр атаандаштын аркасында өтүп кете алды. Әзизбек Келдібекұлы мына эми гана партер абалга катталып жатат. Ушул грек-рим күрөшүндөгү айланты укмасы менен Әзизбек Келдібекұлы азыр эки ирет 2'den 4 упай işte aldı. Güreş bolsa belki Әзбек Келдібекұлы cengişke jetme. İkinci round cengişte aldı. Әзбек Келдібекұлы'nın reaksiyasını gördünüz dur. Aldı daha bir round var mı atılıyor görüşürler. Şaşlı baytır aldı cengişte çıkarandan. Заключительный, третий раунд.
Үчүнчү чечүүчү раунд. Азизбек Келдибекулу. Тынчтыкбек Койчуманов азыр калыс. Тынчтыкбектин упайларын алып салганын көрдүңүздөр. Азизбек Элдибекулу жеңил жаракат алып калгандай. Калыс беттешти токтотту. Азизбек Элдибекулу убакыттан алдын жеңишке жетип олтурат. Нокаут. Тынчтыкбек Койчуманулу дагы да болсо өзүнө келе албай жаткандыгын көрдү достор. Ден соолук каалайбыз Тынчтыкбек Койчуманулуна. Чындыгында абдан кубаттуу соккун өткөрүп алды. Азизбек Элдибекулу баракелде. Победу одерживает боец по прозвищу Тайфун, бойцовский клуб РМ, Келдибекулу Азизбек. А у нас третья пара весовой категории до 60. Азизбек Келдибекулун куттуктайбыз, баракелде. Кийинки спортчулар күтүп калабыз. Тренера Саитова Руслана. РМ спорт клубунан баракелде. Өзгөчө ремкс, өзгөчө музыка. Акырындык менен 8 спортчу жеткирилип жатат. Шабдан Сарыкбекулу, Бекболот Жаныззаков.
Шабдан Зарбекулу Ак чолокшу менен. Бекболот Жанзаков кызыл чолокшу менен. Алгачкы раунд. Мушкерлердин даярдыгын калыс сурап өттү жана баарыңыздар байкагандай эле расмий түрдө беттешти баштап берди. Ал ортодо калыс. Азыр секунданттарга эскертүү берип өттү. Эми гана расмий түрдө башталды деп беттеш. Эмес бир нече токтолуулар орун алган экен. Бекболот Жаназаков. Шамдан Сарыкбек уулу. Жакшы. Спортчунун тең күчү дээрлик бирдей сезилип жатат. Азырынча баса белгилеп кайсы бир спортчуну айтуу бир аз кыйыныраактай. Жакшы, Бекболоттун оң колунан узаткан соккусу таамай болду. Шамдан тепкен соккусун да көрдүк, ал ортодо айланып тебүү өз натыйжасын берди. Ой бара келди. Азыр Шабдан Сарыкбек уулунун атаандашынын тосуп алуусу анын соккусунан жазгырып өтүп, андан кийин каршы чабуулда таамай соккус атуусу ийгиликтүү чыкты. Партер абалы орун алды. Спортчулар акырындык менен ушул жерден беттешти улантуу аракет жасайт. Азыр Бекболот Жаназаков абалдан чыгып кетүүгө аракетин көрүүдө, бирок Шабдан Сарыкбек уулу. Ой бали. Жок. Азыр Шабдан Сарыкбек уулу атаандашын бекем кармап кой бербей жатат. Болот. Жаназаков дагы абалдан ийгиликтүү пайдаланган аракет жасоодо. Бугун тукмасы менен азыр Бекболот Жаназаков атаандашынын үстүнөн жеңишке жетти. Баракелди, баракелди. Экспортчу тең жакшы беттеш тартуулады. Итак, удушающий прием. Победу одерживает представитель бойцовского клуба РМ Кобра Сарыкбек уулу. Шабдан Сарыкбек уулу тагыраагы жеңишке жетти. Баракелди. Мунтуп атаандашын РМ спорт клубунун өкүлү. Баракелди. Заключительная пара бойцов весовой категории до 61 килограмма. Приглашается. 61 килограммга чейинки салмактык чебирдиктин чечүүчү беттеши РМ тренера Саидова Руслана. Встречи. Представляющий бойцовский клуб Чаш Мун, тренера Джакобова Усмана, Куралбек уулу Эрнис. Клуб РФ. Синим углу Куралбек уулу Эрнис. Бойцовский клуб Чаш Мун. Бойцы. Камымбек Жума уулу кызгылт чолокшум менен, Эрнис Куралбек уулу кара чолокшум менен гана келиңиздер. Камымбек пи же Эрнис пи, кайсыл спортчу? Эрнистин аракеттери жакшы башталды. Күрөш жана Эрнис Куралбек уулу
Тандаштын үстүнө чыгып, тынбастан соккуларды узатып жатат. Беттеш жинтикти алды, калыс оюнду. Бул беттеш токтотууга мажбур спортчуларды. 8 бурчтун ортосуна чакырып олтурат. Жана эми ринг анонсердин доошун күтүп жатат ортодо калыс. Технический нокаут. Победу в этой схватке одерживает Жумаулу Кылымбек. Жумаулу. РМ спорту клубуна өкүлү баракелди. Кылымбек Жумаулу. Өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүп коюлду. Поединок сегодняшнего вечера. Нет, суперфинал еще впереди. А пока я приглашаю прекрасных представителей женского пола. Положи бурные овации. В рамках 57 килограммов. 57 килограммга салмактык чемпиондукка чейинки кыз келиндердин ортосундагы кызыктуу беттештерди көрөбүз. Алгачкылардан болуп Жолбор спорттук клубунун өкүлү 57 Милана Новикова. Бактыгүл Мухамбетқалиева экраныңыздардын сол тарабынан орун алган. Милана Новикова оң тараптан орун алган. Кош келиңер. Өспүрүм кыздар албетте келечек ээлери. Кыргыздын белгилүү мушкер айымы бир туугандар Шевченколор жөнүндө ар бир ММА көрөрманы билет болуш керек. Аккан артыктан суу агат дейт. Андыктан алардын аркасын эжени көрүп сиңдешет деген абдан жакшы сөз бар. Аларды көрүп мына ушундай мушкер кыздарыбыз өсүп жетилип келе жатат. Бактыгүлбү же Миланабы чогуу көрүп туралы. Эки раунд беттеш алып барышат. Келиңдер эрежеге ылайык. Абдан сонун күрөш уланууда дагы да болсо. Жаман эмес. Милана Новикова азыр атаандашын муунтууга аракет жасап жаткан жайы бар. Бирок Бактыгүл Мухамбетқалиева да бош келбей жатат. Атаандашынын кучагынан чыгып, такыра ушу муунтууга болгон аракетин жыйынтыктап керек болсо атаандашынын сол колун басып алгандыгын да көрүүдөбүз. Айрадан Милана Новикова атаандашын муунтууга аракет жасап жатат. Бактыгүл Мухамбетқалиева бош келбей жаткандыгын көрдөбүз. Жок, Милананын аракети ийгиликсиз. Бактыгүл керек болсо сол колу менен атаандашынын жүзүнө бир нече ирет сокку узатты. Дагы да болсо узатууну уланып жаткандыгын көрдөбүз. Спортчу тең абдан тырышчаак экендигин баамдап жеттиңиздер болуш керек.
уақыт жинақталды, бірінші раунд. Емек Бақтыгүл Мухамбетқалиева жана Милана Новикова екінші раундты башташат. Спортшыны байқап тұралы. Қанчалық қызықты беттеш тартулашат болды кен. Поединок продолжается. Жақшы, азыры Милананы сол қолымен ұзатқан соққысы тамай, дағы бір соққы. Жақшы. Ең жақшы, дағы да олысы. Қуатты соққылар ұланады. Жақшы. Баракелде Милана Новикова, активді Бақтыгүл Мухамбетқалиева. Аға қарастан ешқандай жоғытусыз өз әрекетін ұланып жатады. Сонун. Жақшы. Ай баракелде Бақтыгүлдүн азыр мурду канап кеткендигин дагы көрдөбүз. Миланан дагы мурдунан бир аз кан чыккандай. Ай бале. Бақтыгүл Мухамбетқалиева кайрадан атандашын партера алып актады. Бутунан кармап тартып жыгып. Ошол жерден кайрадан курчап ал жаралды. Гүл Мухамбетқалиева. Біраз қанға бөлін қалды. Милана Новикова. Тандаштың үстіне шығып, соққы ұзатты. Екінші раунд. Чинтықты алды. Өкінішті. Өтай ой өкінішті. Дені сол қалайыз. Сөрден келді тап-тақыр турамез көрініш. Жаш өспірім ұздардың ұнашын деп қанжалашып, құрташып жатқандық. О, беттештің башында Шевченколарды біз мисал көткен болды шоқ. Бәлкім ұшында жолдор, ұшында егіліктерге алып барар. Қанцедағы егілік дені сол қалайыз. Thank you.
Дайте шуму, дамы и господа! Дайте шуму! Чечунчу раунд. Чиндукталучу раунд. Азырынча упайлар жатында Милана Новикова мен ойынча. Алдыда келе жатат болуш керек. Жок бакыт көл Мухамбет Калиеванын секундантары күрөш керек экендигин, партер абалын ыкташ керек экендигин айтып жатканын көрдү достор. Ал ортодо Бактыгүл Мухамбеткалиева да 3-чү раунд абдан активдүү баштады. Таамай ишеничтүү бир канча соккун узата алды. Баракелде. Ой сонун. Мына ушундай урмат. Теле көрүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөрү. Спорт ушундай кызыктуу аракеттер менен жагымдуу жана көзгө тоюмдуу десем туура болот. Мүмкүн болушунча Бактыгүл Мухамбеткалиеванын секунданты күрөш деп өзүнүн кеңешин берүүдө. Партнерден алсыз экендигин сезип калды же түшүнбөй жатам. Эмне кантип жатат? Бирок Милана Новикова атандашын такыр жакындатпастан өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп жатат. Бактыгүл Мухамбеткалиева ошол секундантын угуп отуруп кайрадан атандашынын үстүнө чыкты. Көбүрөөк ушул Бактыгүлгө жан үрөп жаткандай буйурмандар. Бирок Милана Новикова дагы астында калгандыгына карабастан жөн жатпай жатат. Соккуларды узатуу менен алек. Уақыт аз қалуда. Әлбетте. Милана Новикова атандашының қолын тартып алған азыр. Бағынты қойышта толық мүмкін. Өткені таптақ рыңғайсыз абалға туш болды. Жана Милана Новикова жеңішке жетті. Бактыгүл Мухамбеткалиевага биз башка мелдештерде албетте ийгилик каалайбыз. Абдан кызыктуу беттеш өткөрдү. Мушкерлер. Жакшы. Айда девушки. Итак, боевым приемом на руку. В этой схватке победу одерживает присоединение бойцовского клуба «Манас Прайд» Милана Новикова! Милана Новикованын куаныч көз жаштары Бактыгүлгө да биз башка мелдештерде ийгиликтерди каалайбыз. Итак, двигаемся дальше. Впереди следующая весовая категория. А именно 66 килограммов встречаются. В красном углу представитель бойцовского клуба «Манас Прайд» Рина Сейкулов. В синем углу в оппонентах Рината боец по прозвищу Шоу, представитель бойцовского клуба «РМ» Арестанов Темирулов. Три победы и ноль поражений. Еще раз, красным углом. Сейкулов Ренат, бойцовский клуб «Манас Прайд». Синим углом Арестанов Темирлан по прозвищу Джонс, бойцовский клуб «РМ». Темирлан Арстанов, Ренат Сейткуловтардын беттеште башталган турат. Эки балбанга тең ийгилик каалайбыз. Ринат Сейтколов кызыл чолокшум менен, Темирлан Арстанов кара чолокшум менен кана кеттик эмесе. Кайсыл мушкер өзүн жакшы көрсөтүп
бұл беттеште женішке жетет болды. Дағыда олысы оқиян өне үшін күте тұралы. Біраз көй-көй жаралғандай. Бар жақшыны емғана башқалыс. Беттешті расмет түрді баштап берді. Ринат Сейтқұлов біраз активді. Атандашына қарағанда дағы долысы оқиғанын үшін күте тұралы. Сіздер менен чоғы Темірлан Арстанов, Ринат Сейтқұлов. Өзгі жарекеттер жасап жатады. Жақшы қараңыздар, шығында ғана қызықты беттештер. Өзгі әрекеттер орын алып жатады. Ринат Сейтқұлов активді өрек, Темірлан Арстанов дұрыс шаршап қалғанда, емі ғана ал. Дан жерді әрекет жасап бастады. Бірінші раунд. Жиынтықты алды. Екінші раунд. Башталған тұрат Ринат Сейтқұлов, Темірлан Арстанов. Бір астаны орын алғандай. Жақшы, Темірлан Арстановтың өзгі әрекетін көрдік. Жақшы.
Жаман емес. Темирлан Арстанов атандашының мойнынан бекем қысылғандан көрудөз. Утқа тұр ауалына алып келді. Мұшкерлерді беттештің башқалысы. Шындығында бұл беттеш біраз сергішті орын алып жатады. Экспортшыстен өздерін аяп, қылдаттық менен, ұмдан ет жаттық менен. Беттештет көрді Ринат Сейтқолов. Баракелде азыр Темирлан Арста атаган Ринат Сейтқолов дан жакшы аракет жасады. Уақыт жинақты алды. Екінші раундтағы. Еще раз приветствуем всех наших телезрителей, любителей смешанных единоборств. Благодарим коллегу Алымбека Адылбека. И дальше эфир продолжу я. Меня зовут Алмаз Раимжанов. Это уже третий раунд между Ринат Сейтқоловым и Темирлан Арыстановым. Два раунда прошли достаточно в равной борьбе. И вот теперь... третий раунд, который может сыграть достаточно ключевую роль. Есть возможность заработать очки. Так, нету активных действий. В октагоне рефери...
достаточно опытный. Вот уже на протяжении больше 5 лет он судит смешанное единоборство. Садык. Несколько слов и тренере. Он также и тренирует в зале Стронг в городе Бишкек. Есть свои ученики, которые тоже выступают в этом виде спорта, в ММА. Так, Темирлан Арстанов сейчас находится в более выгодном положении. Но просто лежать нельзя. Нужно попытаться сейчас как можно больше нанести урона, чтобы видели и боковые судьи. Ринат Сейткулов, боец в синем углу. Вот он сейчас, удалось ему встать в стойку. И дальше уже бой идет в стойке. Мы слышим крики, подсказки. Что доносится, пока неизвестно. Так, проход в ноги. Но, вы знаете, такой полупроход получился. До конца не удалось пройти в ноги. Я даже не знаю, будут ли оценивать как тейкдаун этот проход Ринат Сейткулова. Не совсем ясно. Вот сейчас он уже находится... Теперь уже Ринат находится сверху своего соперника. Удар с правой руки, но пока что до цели эти удары не доходят. Внимательно следит Садык, рефери, за происходящим. Так, и вот мы просто слышим подсказки: бей, бей, бей. И время. Ну, посмотрим. 3 раунда по 5 минут. Ждем вердикта судей. Ну что ж, дамы и господа, пожалуй, это первый поединок сегодняшнего вечера, исход которого... Ринг-анонсер. До этого наши поединки заканчивались исключительно досрочным образом. Азерет. Так, и как он обозначил сейчас, это первый бой, который прошел все 3 раунда. 3 раунда по 5 минут у нас по хронометражу боя. Так, 2-1. Судьи дали в пользу. Темирлан Арстанов становится победителем. Темирлан Арстанов, боец в синем углу. Приглашается следующая пара бойцов. Поздравляем Темирлана, благодарности. Почетные гости раздают благодарности. И ринг-анонсер Азерет объявляет следующих бойцов. Бойцовского клуба «Челбос», мастер по боям без правил, Канатбек Убекса, по прозвищу «Добрый», «Красному Гук», «Багабов», «Алдапачан», «Рингелс», все как положено в ПФЛ, в этом промоушене. Так, да, вот он, представитель спортивного клуба «Челбос». Очень интересный боец. Канатбек Улубекзат. Вагабов Аманпача – это его соперник, боец в красном. Видел... Давайте сейчас... Так, время. Садык рефери. Ну, Канатбек Улубекзат достаточно неплохо работает в партере. Вот видите, сейчас сразу первая возможность. Он сразу лезет вплотную к своему сопернику Бекзат. И вот видел я его тренировки в спортклубе «Челбос». Он занимается под руководством Азиз Мусаева.
Я думаю, все знают тренера спортивного клуба Джолборс Азиз Мусаева. И вот очень хорошо он поднатаскивал своего соперника в партере. Так, тут что у нас будет? Нет, не сдается, не сдается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ваши аплодисменты. Схватка завершается в первом раунде. Я попытаюсь даже угадать, может, длилась около 35 секунд. Отдал шею Бекзат Ханатбекулу. И победу одерживает Вагабов Аман Пача. Боец в красном углу. Бойцовский клуб «Горец». Третья пара бойцов. Категория 166 килограмма. Красным углом представитель бойцовского клуба «Монастра». Ну и ждем следующих бойцов. Презентация идет бойцов. Так, это у нас красный угол. Айтбек Ашкаев, боец синим, Идрисов, его соперник. Ну, посмотрим. Сразу видно, бойцы достаточно опытные. Особо друг другу на рожон не лезут, не спешат. Внимательно смотрят на движение друг друга. Вот сейчас Идрисов, так скажем, первый пошел в атаку, пропускает удар справа-слева, но стопроцентной точностью Айтбек не попал, но тревожный звоночек уже нет, так что нужно быть чуть повнимательнее Идрисову. А так выглядит более доминирующий Идрисов, учитывая то, что вот он действует пока первым номером. Так, красивый удар, но не попадает, а вот сейчас снова справа, по-моему, цепляет Айтбек. Возможно, с телеэкрана мне только показалось. И схватил сейчас за шею своего соперника. Пройдет ли удушающий прием или нет? Так, уходит, уходит, уходит. Здорово, здорово, Идрисов. И начинает уже справа, но просто-напросто калашматить своего соперника. Старается сейчас уйти от этого положения Айтбек. Но на очень невыгодном положении есть защита. Так. Все, все. Останавливает рефери этот поединок. Идрисов становится победителем. Ушел от удушающего и... Манас Прайд, Идрисов становится победителем. Поздравляем, хорошая победа. Категория 66 килограмма. Красным углом представитель бойцовского клуба «Джолборс». Так, смотрим мы еще. Синим углом.
представитель бойцовского клуба «Джашму». Так, «Джашму», он будет выходить. Айда! Мастер спорта по боям без правил. Кто у нас такой? Тут сейчас посмотрим. Мастер спорта по боям без правил. О! Отлично. Канат Улу Халыс в красном углу, Айдар Койчуман Улу синий угол. Скорее всего, у Халыса была небольшая травма, потому что есть вот синяя повязочка. Возможно, где-то вот на спарринге Халыс получил травму. Но раз уж к бою вышел, это уже никаких оправданий быть не должно. Так, Халыс работает сразу первым номером. Очень такой духовитый боец Халыс. Всегда выходит с таким желанием, рвением к бою. Абсолютно, вот сколько я наблюдал за ним, никакого, так скажем, какого-то вот волнения, страха не чувствуется и не ощущается. Вот сейчас в опасном положении находится Халыс. Пытается сейчас пробить удар в печень, но не совсем точно. Ну и Айдар Улу Койчуману сейчас, смотрите. О, выходит Халыс с тяжелого положения. Вы знаете, вообще гильотина удушающий, вот буквально на первых секундах, это, как всегда, заканчивается очень плачевно для соперника, который отдал шею, потому что есть силы, есть энергетика. А вот если это уже третий-четвертый раунд, да, то тогда, конечно, уже ситуация сложнее для соперника, который пытается задушить. Не всегда удается. Силы уже не те. Сейчас пока что силы есть у обоих соперников. Халыс сейчас уже находится на более выгодном положении, уже сверху. Но обратите внимание, Айдар Койчуман Улу очень грамотно сейчас, казалось бы, цеплялся за ноги. А вот сейчас теперь уже, возможно, пойдут удары. Смотрим. Удар слева уже беспорядочно, но уже пытаясь четко попасть в цель. И все, скорее всего, схватка, скорее всего, бой закончится. Да, заканчивается в первом раунде. Я так думаю, где-то минуту, может, провели. Халыс Ханатулу становится победителем. Прыжок Хабиба мы не увидим. Тут только поликует Халыс Ханатулу. Поздравляем его с этой победой. Бойца в красном углу не стал дожидаться Айдар Койчуман Улу. Очень был расстроен. Но вот снова возвращается назад. Побеждает своего соперника Халыс Ханатулу. Заключительная пара, весовая категория 66 килограммов. Встречаются! Красному углу представитель команды «Мурас», боец по прозвищу «Патрон», тренера Джодара Абдыгалиева. Джодар Абдыгалиева, да. Есть у нас такой в республике тренер, который занимается ребятами по смешанным единоборствам. Интересно будет посмотреть сейчас за его бойцом. Тренер достаточно опытный. Ну давайте посмотрим, Шамиль Имбаев, Бекболот Тургунов, что они интересного нам покажут. Напомню, что эти бои проходят на Исыкуле, в Постери. Так, в синем это у нас Шамиль Имбаев. Вот он слева стоит от экранов. Справа это Бекболот Тургунов в красном.
Так, сразу клинч. В стойке пару секунд поработали. Пытается заработать первый тейкдаун. Есть. Прижал к сетке своего соперника Бекболот Тургунов. Так. Снова в стойке. Бросок. Но уже неполноценно. Пространства сейчас не хватило. Вот сейчас подсказывают даже зрители рефери Садыку, чтобы поднимались в стойки. Но нет, сейчас еще одна, пожалуйста, все. Защиты нет. Боец в синем углу, Бекболот Тургунов, проигрывает. Имени Дня независимости Кыргызской Республики. Итак, констатируем следующий факт, что... Тургунов, Бекболот, техническим нокаутом одержит победу в первом же раунде. Бекболот Тургунов, боец в красном. Итак, берем все выше и выше. Следующая весовая категория. 71 килограмм. Встречается красному углу. Алия. Бойцовский клуб «Горец». Представитель бойцовского клуба «Келечи». Саматулу. Ждем следующих бойцов. Бойцы, так, синий угол — это у нас Аргент Саматулу, красный — Исляр Алиев. Очень много бойцов, которые дебютируют, которые очень много выступали на таком любительском уровне. И, возможно, какой-то полноценной сейчас пока информации о них нет. Потому что вот сколько сам становлюсь свидетелем таких вот мероприятий по смешанным единоборствам, большинство, конечно, вот сейчас пока вот новички, идет такое вот смена поколений бойцов, и сейчас вот из нынешних очень много тех, кто вот начинает свои шаги, так скажем, по смешанным единоборствам. Так. В стойке проходит схватка. Вот, пожалуйста. Оказывается, уже в партере. Так, справа начинает добивать своего соперника. Все. Тоже досрочно завершается бой. И победителем становится Исляр Алиев. Боец в красном углу. Тоже технический нокаут. Итак, очередной досрочный бой. В этом поединке победителем выходит Саматулу Арген. Я хотел порадовать Аргена. Конечно же, Алиев и Исляр, бойцовский клуб «Горец». Ну и боец спортивного клуба «Горец» Исляр Алиев. Следующая пара бойцов. Красным углом боец по прозвищу «Местный Конор». Представитель клуба «Бостери», чемпион Азии по карате, тренера. Местный будет выходить парень. Сейчас будет очень много ажиотажа. Нурсултан. Давайте посмотрим. Сейчас пока по имени совсем не могу разобрать, кто из местного таланта будет выступать. Чалбор Стром по прозвищу «Железный». Батрали Эльбер.
мастер спорта международного класса по ММА тренера Аширова Садыка, уроженец Чалабатской области Аксы. Это все. Сейчас рефери, скорее всего, должны поменять. Так, это у нас Макгрегор наш местный, Бостеринский. Его соперник Нурсултан Джанабеков. Вот он на ваших экранах. Без татуировок. Ну, посмотрим, что интересного нам покажут. Так вот сразу начал Нурсултан Джанабеков. Тот самый Конор активно сразу. Так, пропускает наш кыргызский Макгрегор. Оказывается, сейчас не в самом удобном положении. Пытается схватить за шею. Но стойки здесь не будет. Зрители тут немного... Самое хорошо, прям вот правило знает судьи. О, ну все, не выйдет уже. Отсюда Макгрегор. Все. Зафиксировано. Задушили нашего кыргызского Макгрегора, как Конора Макгрегора, в принципе. Эльбек Батыралиев. Дамы и господа, финал все ближе и ближе. Впереди вас ждет супербой со званием чемпиона ММА и панкратиона Кыргызской Республики. А пока заключительная пара в весовой категории до 71 килограмма. Где встречаются? В красном углу боец, представляющий спортивный клуб «Алгыр» по прозвищу Кроков Асанулу Балау, тренера Асанула Асанбека. Синим углу. Так, ждем следующих бойцов. Тренера Халыкова Мирбека. Боец по прозвищу один из семи. Эртабалдыулу Эрлоу. Итак, красный угол. Боец клуба Алгыр Асанулу Кроков Балау. Асанулу Булут, с города Ош, боец, спортивный клуб Алгыр. Ирлан Эртабылдыулу, синий угол, справа он, от нашего экрана. Следующими готовятся Сабыров Саламат и Джанабеков Стамбул. 77 килограммов. Так. Сразу старается первым номером работать Ирлан Эртабылдыулу. И роняет своего соперника неплохо. И сразу добивает. Так, нельзя бить в затылок сразу. Садык. Рефери наш дает о себе знать.
Так, Эрлан теперь находится уже снизу под соперником. Ну и так, переворачивает Эрлан. А нет, вот теперь Эрлан снова оказался внизу. Начинает добивать своего соперника. Удушающий, скорее всего, отсюда пойдет. Нет, не дается. В стойке. Скорее всего, продолжится схватка. Тут уже ничего не будет. Хотя пока что рефери не поднимают бойцов. Продолжает работать в положении партере. Одна рука осталась в заперти. Продолжает добивать Эрлана. Булут Асанулу, боец спортивного клуба Алгыр. Вот с этого положения теперь он уже попытается провести удушающий прием. Так. Так, тут пока не совсем понятно, что случилось. Схватка продолжится. Зрители говорят, Читавалды укусил, что ли, кто-то из них. Так. Каждый пытается схватить за шею друг друга, но, по-моему, Эрлану это удается чуть лучше. Так, ну стойки тут не должно быть, потому что активные действия есть. Так, в глаза нельзя. Уходит сейчас. Булут Асанулу. Второй раунд. Так, падает сейчас боец в красном Асанулу Булут. Так. Очень много в партере проводят. В стойке практически ребята не работают. Больше оба предпочитают работать в партере. Так, и вот теперь уже будет сейчас добивать руками своего соперника. В затылок бить нельзя. Добивает боец спортивного клуба Алгыр. Алгыр.
Так. В стойке. Схватка продолжится. Сейчас устное предупреждение. Скорее всего, сейчас дает рефери. Подустали, кажись, бойцы. Снова лезут в клинч. Так. Очень много времени провели в партере оба бойца. И завершается второй раунд. Впереди мы с вами увидим третий решающий раунд. Третий заключительный раунд. Асан Улубулут. Красный угол. И Эртабулдулы Эрлан. Вот он на ваших экранах. Синий угол. Так, возникает сейчас небольшая пауза перед стартом. Наконец-то. Третий раунд. Напомню, что по регламенту выступает 3 раунда по 5 минут. И снова в клинч. Так. Третий раунд тоже у нас проходит в партере. Переходят в партер и начинают просто бить друг друга. Вот сейчас встали в стойку бойцы. И снова, скорее всего, мы увидим клинч. Ой,
Так, сейчас вот интересно, пошел Асан Улуг-Булут. То ли это было замысловатое движение, то ли просто так сейчас сам попал. О, болевой. Нет. Как следует не схватил. Буквально на полсекунды и руку снова отпустил. Концовочка. Силы уже не те. Я думаю, минуты две еще есть. Две с половиной. Так, справа уже пытается попасть. И что-то да и получается у бойца в красном. Асан Улуг-Булута. Все, все, завершается время. Даже меньше было. Я говорил, что осталось около двух минут. Нет, оставалась последняя минута. Просчитался я. Ну, посмотрим, что скажут боковые судьи, кому отдаст свое предпочтение главный судья. Тут главный судья. Два боковых рефери в октагоне. Вот. Посмотрим, какой будет вердикт. Устали бойцы. Ну, в целом, достаточно равно. Я думаю, очень сложно будет определить победителя сейчас. Посмотрим, кому дали баллы. Итак, со счетом 2-1. 2-1. В этой встрече одерживаем Асан Улуг-Булут. Ему дали больше предпочтения судьи. Со счетом 2-1 он становится победителем. Боец спортивного клуба «Алгыр». Итак, следующая весовая категория. До 77 килограммов. Встречаются следующие бойцы. Представитель бойцовского клуба. Файтер Кейджи. Сабыра. Так. Файтер Кейджи. Синий угол. Синий угол. Представитель бойцовского клуба «Челбос». Мастер спорта по вольной борьбе. Призер Азии. По прозвищу Сусамырский тигр. Джанибека. Красным углом представитель бойцовского клуба «Файтер Кейджи», тренера Эсен Турва Асыл Мырза, Самыров Таймамбас Саламов. Синим углом мастер спорта по вольной борьбе, призер Азии по прозвищу Сусамырский тигр. Тигр Сусамырский. Так, это у нас боец в красном. Саламат Сабыров, Джанбек Улустамбул. Снова возникает небольшая пауза сейчас. Ну, а вот сейчас делает замечание
рефери, чтобы оставались только два секунданта. А остальных лишних просят уйти. Но это у нас популярно в смешанных единоборствах, когда приходят в угол бойца поддержать и секунданта, и тренер, и помощник тренера, и третий помощник, и дедушка с бабушкой. В общем, из-за этого рефери приходится периодически хотя бы бабушек отгонять от октагона. Так, бойцы готовы. Время. Поехали. Саламат Сабыров, красный угол, он слева. В синем Стамбул Джанабек. Вот видите, да, повязочки, кто не может разобрать. Есть у бойцов повязочки синие, красные на перчатках, чтобы вы могли определить. Сразу видно, что в отличие от предыдущего боя, мы увидим, скорее всего, сейчас бойцов, которые больше будут работать в стойке. Так, клинч. Так. По-моему, там за глаз. Не заметил этого рефери. Так, попытка на болевой. Снова за шею. И уже пытается пару ударов, успевает нанести Саламат Сабыров. А нет, Стамбул Джанбекулу, прошу прощения, это он у нас синим. И находится сейчас сверху. Так. Может, техническим нокаутом закончится, если будет продолжать бить сейчас по голове своего соперника. Стамбул Джанабекулу. Но при этом голова находится сейчас не в самом удобном положении. Вот сейчас снова клинч. Так, и завершается первый раунд. Так, второй раунд. Напомним, бойцы проводят в октагоне 3 раунда по 5 минут. Так, в стойке работают. Оба бойца пропускают. Уже просто наносят
удар вслепую друг в друга. Снова оказывается под своим соперником Джанабек Улу Стамбул. Начинает пропускать сейчас Саламат Сабыров. Ух. Все. Боец синим. Джанабек Улу Стамбул. Третий раунд. Первая половина. Категория 84 килограмма. Это у нас идут тяжелые бойцы. Тяжелые ребята. За пояс чемпиона. Следующий бой мы с вами увидим. Так, синий Джахып Тургумбаев. Вот он на ваших экранах. Сюйнбек Мамбетов еще в кадр не попал. Боец в красном. Так, первый удар не точно, успел немного закрыться Джахып Тургумбаев. Ох ты, хорошо, хорошо, справа попадает сейчас Джахып Тургумбаев, но как следует не попал, успел как-то вот Сюйнбек Мамбетов уйти от этого удара. Так, Джахып Тургумбаев доминирует именно территориально. Сейчас вот он идет вперед. Сюйнбек Оңголду сейчас подсказывают. Сюйнбек Мамбетову, а тот сам пропускает Джахып Тургумбаев. И в партере уже идет бой. Так, перевернуться не дает возможности Сюйнбек Мамбетов. Локоть нельзя использовать. Удары локтем запрещены. Он там подсказывает. Чиханах, чиханах, большие молодцы. А чиханахам-то нельзя. Шея сейчас оказывается втиснута в руки Джахып Тургумбаева.
Так, о, поднял своего соперника. Есть тейкдаун. А теперь уже Суенбек Мамбетов, но уже это тоже я не совсем уверен, что засчитает за тейкдаун. Потому что падали как-то уже вместе, но инициатором стал Суенбек Мамбетов в этой ситуации. Вот он сейчас. Все, завершается. Завершается первый раунд. Второй раунд. Профессиональная лига и спортивный клуб РФ. А у нас впереди раунд под номером 2. Так, начало второго раунда. Тоже со взрывом. Так, снова падает в партер. Нет, в стойке. Джакоб Тургумбаев. Сил не хватило сейчас провести удушающий. Так, и справа пытается уже добивать Джахаб Тургумбаев. Но удары не совсем точные. Снова в партере продолжается этот бой. И впереди, значит, мы с вами увидим еще один раунд. Просят зрители нокаут, но что будет сейчас на самом деле, не знает никто. И действительно работают в стойке сейчас бойцы.
Подустали. Уже все в крови. Бойцы измотаны. Все, скорее всего, да, все. Завершается эта схватка. Джахеп Тургумбаев становится победителем. Боец в синем. Сюинбек Мамбетов. Просьба не покидать октябрь. Прошу в центр, бойцы. Центр, бойцы. Итак, бойцы, прошу явиться. Финальная процедура. Да, после боев сразу награждает почетными грамотами. Итак, финальный третий раунд. Техническим нокаутом победу одерживает представитель бойцовского клуба «Горец» Тургумбаев Джахеп. Джахеп Тургумбаев. Колчаулармен досуалыңыздар. Претенденты. Название чемпиона и обладателя пояса. Представитель бойцовского клуба РМ по прозвищу Джергетальский Кыргыз. Шайдулаев. Раджаба. Уже выкричился. Уже концовка боя. Точнее, заключительный бой. Ну, с бойцами ознакомил наш ринг-анонсер. Так, желтая карточка — это минус один балл. Пять раундов по пять минут. Thank you.
Ну посмотрим. Тимур Жороев, Раджабали Шайдулаев. В красном это Раджабали Шайдулаев у нас. Проход в ноги. Скорее всего, да, есть. Тейкдаун. Так, снова падение уже в партере. Так. Скорее всего, болевой на руку. Ушел с болевого. Да, вот не зря говорят, чтобы судья смотрел на сетку, потому что нельзя, чтобы бойцы руками или ногами цеплялись. Все, защиты нет, скорее всего, будет техническая. Технический нокаут. Да, вот правая рука. Все. Никак не может сейчас уйти Тимур Джуроев. Все. Еще и удушающий сейчас. По полной программе сейчас пока достается Тимур Джуроеву. Время еще есть. Время еще было, но это технический нокаут. Раджабали Шайдулаев. Очень много ударов пропустил Тимур Джуроев.
Это наш заключительный был бой, заключительный поединок за чемпионство. Поздравляем мы победителя. Галенко Александр Ильич будет награждать сейчас бойцов. Галенко Александр Ильич поздравляет бойцов. Ну а мы поздравляем еще раз победителя, а также всех тех, кто переживал за этот поединок. КТРК «Спорт» завершает